Я здесь недавно общался с Евгением Маргулисом, музыкантом, и он мне рассказал потрясающую историю из вашего анамнеза общения с журналистами, что у вас якобы журналистка какая-то в конце беседы спросила: извините, а как вас по отчеству? Было такое или это байка? Нет, это довольно часто происходит. Это часто происходит? Это происходит часто. Константин, не знаю вашего отчества, или там не помню вашего отчества. Да, вы знаете, мне такие вещи, так сказать, инциденты, они даже больше радуют. Чем? Потому что я привык, так сказать, что большинство меня воспринимает как сына, так сказать, Аркадия Райкина. Нет, уже не большинство. Большинство. Вы общаетесь с людьми, которые помнят Аркадия Райкина. Выросли целые поколения, которые, к сожалению, забыли этот бренд. Но все-таки, я вам скажу, все-таки большинство населения страны, все-таки, так сказать, если вообще... Райкин для них это рефлекс, так сказать, определенный рефлекс вообще, так сказать, какой-то для организма, и у них образ Аркадия Райкина, так сказать, любимцы. Было бы время, мы вышли бы на улицу и просто спросили бы, вот кто как преодолеет на Райкина. Меня это интересует, в общем, не очень сильно, просто это означает, когда вот так вот забывают отчество, это означает, что меня как-то кто-то воспринимает отдельно, вот так сказать, как бы самостоятельно. Ну и это скорее для меня факт позитивный. Я думаю, что да. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.